Давай, ну скажи, Лерин. Что мне сказать? Мы, в общем, сейчас поедем на лифте. Да, на Эйфелеву башню поднимаемся. Мам, поедем. Передай привет всем. Всем привет. Да. Вчера я ходила с мамой, сегодня у меня болит позвоночник. Передай привет всем. Привет всем, кто не спит. Сейчас они долго будут ехать? Мама, очень. Ты сам можешь? Буквально полчаса. Я не могу.